Всем привет, с вами Алексей, он же Crazy Life, это следующее прохождение игры Blue State, третья часть. When the Don got news that Tony had brought on war with the Sikhs, he blew his top. L.A. wasn't safe anymore. The Don was putting Tony on a plane to Jamaica to lay low at a safe house while the dust cleared on the fire Tony had left to burn. He begged the Don to let him stay, to give him another chance to make things right. Then at the last minute, they called him back at the gate and it looked like Tony might even get the chance to show he'd finally changed his ways. He even bit his tongue when the Don offered tribute to Jin Sik to be delivered by Tony himself and withdrawn from his personal accounts. Tony was broke, but determined to finally make his dad proud. But the Don didn't just have a sudden change of heart about his son. Jin Sik had taken something super duper precious from him, something maybe even worth risking Tony's life for. Ох, ни хрена себе сумочка. Is that your lunch money in there? Come on and bring it. You want this bag, funny guy? You just can walk to get it. Tony Luciano ain't no errand boy. Hey, you're late. You bring it here. Couple of minutes and your dad's favorite horse would have been running his races in the afterlife. What horse? I brought your money, that's it. That's what was said. You come here and get it, and we ain't never gotta see each other's face again. Oh no. Your daddy didn't tell you. Look at his extra favorite racing horse, Blue Estate. Traded, fair and square for you. That's bull. Not my pop. You slants wouldn't understand real family. Oh, this is the best. Jin Sik is going to piss himself with happiness. Okay, delivery boy. Here's your tip. Oh, понеслась жара. Ну, не дают мне управление пока. Да мочи ты всех уже. О. Хорош. Так. Минус, минус. Да, попривыкнуть немножко к управлению. Хорош. Охренеть. С мачете тут бегает. А в него, короче, я так понял, нельзя стрелять. Хорош. Так, 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 так. Хера вас тут много. Хо-хо, вот это взрыв. Хорош. Мы на каком-то кладбище, короче. Ну релоуд. Давай. Хорош. Короче, надо вовремя перезаряжаться, чтобы не было вот такой вот фигни, когда во время перестрелки у нас кончаются патроны. Хорош. Минус, минус. ХПшки. О! Ха-ха! Я прям просто это. Ванга. Хотел ХПшки, получи. Ну, давай. Давай. Ну перезаряжай. Отлично. Что-то как-то плохо этот момент прошел. Хорош. Пол хп просадили с собаки. А, релоуд. Давай, прячься. Хорош. Шатдаун. И чё это? И что, они так и будут вылазить? И? Сейчас я вам дам прикурить. Хорош. Отвали. А, перезарядка. Эй, промахнулся. Так, сейчас откуда-то появится. Во. Хорош.
Я так понял, типа перезаряжает он быстрее, если обойма еще не до конца пустая. Хорош. Гранатки кидает. Видишь какой? Раньше у меня коктейли кидали, а сейчас гранатки уже летят. КПшка, это вообще четко сейчас нужно. Отлично. В него нельзя, короче, стрелять. Он типа не является целью. Хорош. Да почти уже добежали до него. Попался. Или нет, или наоборот взял. Вон он. Хорош. Вау, это что такое за пуха? Вообще класс, улет. Автомат, наконец-то. Хера тут не видно. Жесть, тут туман. Так, это не то. Я уже думал, это тоже противник. Слышь, хорош стрелять по мне. Минус. Отлично. Фу. Дайте мне хпшечку, пожалуйста. Слышь ты, Джики-чан, отвали. О, хпшка, отлично. Фул хп. Это то, что нужно. Капец, туман. Блин, а че так закрыли быстро? Это, я так понял, вместо котеек, что ли, вот эти на объекты уничтожать? Отвали. Так, я бы не отказался еще от хпшки. Тут мне ее недавно давали, наверное. You crazy man. Это че, у него световой меч, что ли? Жесть. Джедай, блин, хера. Реаль... А, это лазерный прицел, блин. Я думаю, что за хера в джедай? Беги отсюда. О, хрена себе, в меня гранат прям зашмаляли. То есть я так понимаю, если мы гранату пропускаем, то все, это хп, говорю. Это ГГ. Что это? Хрена себе. О, хпшка вообще четко. Так. Давай мочи их всех. Отвалите, отвалите, отвалите. Херлеть их сколько. Хорош. А, еще перезарядка. Жесть. Так, надо, короче, сосредоточиться, а то я что-то расслабился. Палю, куда попало. Отвали.
Хрена себе. Что это было? Рвануло и пол хп снесло. Хорош! Хорош в меня стрелять. Дайте хпшку, а. Фу, жесть. Хорош. Так, спрячься. Да ладно. Блин, хп-то мало. Еще только один раз можно умереть. И все, и гг. Ну-ка, иди сюда. Хорош. Опять один, типа. Так. Какой килим? Вы чё? Там хп было, кстати, сбоку. Подбери хпшку. Я хп там видел, там было сбоку хп. Собачка вообще исполняет. Я вам дам килки. Чё это за параша? Чё это у меня с глазами? А, фонтанчик. Так, хп. Жесть. Это он опять как матрица летает. Вон хп. Ну я же вижу, там хп было. Так. Хорош. Я тебе дам. Ну-ка, отвали. Террасы в меня палят. Так, ты чё давай ствол? Бери вот этот. Сменил он, ишь. Блин. Охренеть. Одна жизнь осталась. Фу, жесть. Как-то тяжело сориентироваться с этим всем. Хорош. Колла Шарк заложил. Without you, Чак. Real name is Carlos. Я вам постреляю, ну-ка. Хорош. This place looks different when you can see it. Там кто-то бегает. Опять он, наверное. What's with all the birds? Ну и чего? Slow motion. Вообще живучий, я ему, по-моему, в голову два раза выстрелил. Нет, ему пофиг. ХПшка, хорошо. Комбо брокен. Как бы мне шат сейчас не сделали. Хрена себе, втроем. Хорош. Так, минус. Отлично. Дайте мне хп. Срочно нужно хп.
Что ты залазить будешь на него? Ох, ни хрена во сколько. А, так они сейчас пробьют просто мне эту всю оборону, надо их срочно уничтожать. ТПшка, отлично. Готов. О, ха-ха, если бы он шмальнул, было бы жесть. У него же дробовик. Слышь ты, стрелок. Готов. Не, сложноватая миссия, особенно так резко привыкнуть к таким перестрелкам. А, да, был этот с как его? Череп, короче, разрушить. Так, момент, окей. Йо-хо-хо! Blue State. Oh, you're out of control, you goddamn horse. Чёртова лошадь, goddamn horse. Да ладно. Короче, с дробыша меня пальнул, хера себе. Хорошо, хоть хп было. Да хорош. Ну, умри. Готов. Запш. Что-то мол. Попал таки. Один раз, но попал. Хорошо, хпшечка. Опять на улице. Тут ни хера не видно. А, не стреляйте в меня. Хрена во сколько. Так, slow motion. Отлично. Правда, это нихера меня не спасает, но... ХПшку хоть взял, и то ладно. На том спасибо. Да попади ж ты в него. Вообще какой-то хардкор. Столько народу. Ну вот не видно еще нихера. Хорош. Хорош. Где ты там стреляешь? Иди сюда. О, гранатку пропустил. Пол хп сразу, чик, и все. Гранатку пропускать это вообще нельзя. Ну! Да вы что с двух сторон-то, елки? А, хорошо. А хпшку, хпшку, дайте мне хпшку. Стоп, 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 стоп. Хорош, хорош, хорош. Фу, жесть. Готов. Блин, мне хпшка нужна, я очень срочно. Хорош мне стрелять. У меня хп нету. Да умри ты уже. Хорош. ХПшка, наконец-то.
ХПшка это хорошо. Отвали. Да ладно, сука вас тут. Да шмальни ты его, уже давно бы уже зашмалял. Он тут бегает постоянно, а ты дурью маешься. И чё ты достал? Давай доставай автомат. ХП. ХПшка, это хорошо. Хера! Как так попадаешь на метка? Статуя какая-то. Мочи его! Хорош. Не, его все равно нельзя стрелять. Опять он тут как матрица летает. Хорош. Да догони ты его уже. Бам! Тот же Джеки Чаном стал. Так, 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 хорош меня шмалять. Вы чё, ребятушки? Я тут мимо пробегаю, не лезьте. Хорош. Хорош меня стрелять. ХПшки мне лучше дайте. Беги, Форест, беги. Попался. That's it. I'm leaving this place. I still got the Jamaica ticket. Let's see how much party I can buy for a million bucks. Чё с тобой? Ну, упал просто. Which Schmidt did I walk into here? You gotta be kidding me. I got the money. I even got the stupid horse. You hear that, Pop? Tony Luciano has won the day. Without no one's help. Day's not over yet. Who in Christ are you supposed to be? I'm the man who dug your grave. Oh yeah? And who's he? He's the man who's gonna fill it. It looked like Tony's ride had come to an abrupt end, but the Don was still missing a horse, and he'd gained some bad new Eastern European problems. Worse than he'd ever seen. Worse than Khan in Star Trek. Hoo-hoo! Headshot! And you look at... Так, ну что, эпизод мы, в принципе, на этом закончили. Главное, столько ХП потерял в начале миссии. И потом полмиссии буквально бегал на одной жизни. Ну ничего, справились, прошли. С вами был Алексей, он же Crazy Life. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, комментируйте, общайтесь. Ссылочка с прохождением будет в описании под видео. Всем хорошего, позитива, удачи и пока-пока.